День города и района славянцы отмечали не только весело, интересно, вкусно, но и музыкально. Кубанские песни звучали в куренях, жители участвовали в караоке-конкурсе. Ну и, конечно же, не обошлось без больших концертов, которые проходили на Театральной площади на специально оборудованной к празднику большой концертной площадке. Вы прекрасны! Вы все чудесные! Вы good people! Вам всем посвящается! Поздравить славянцев с Днем города и района, подарить им свое творчество приехала известная краснодарская группа «Бабушкин ковер». В нашем городе они выступают не впервые. Прошлый концерт здесь им очень понравился. Этот будет еще лучше, уверены артисты. Мы группа «Бабушкин ковер» из города Краснодара. С удовольствием сегодня поиграем разные песни, хитовые, в кавер-обработке, именно в нашем стиле, в стиле будем нашей группы. Будем веселить, будем танцевать, петь вместе с вами, так что... Нам очень приятно, надеюсь, вам тоже. Вау! Поздравляем! С Днем города! С Днем города! В течение часа артисты выступали для славянцев, даря им свою энергию и творчество. Большая сцена, качественный звук и свет, яркое выступление группы. Все это создавало неповторимую атмосферу большого праздника. В середине концерта выступление артистов было прервано для сообщения важной информации. Оказалось, молодой человек решил при всех на большой сцене сделать предложение своей девушке. Всем добрый вечер, с праздником, с Днем города. Очень хочу сказать то, что люблю эту девушку, хочу с ней связать свою жизнь. Хочу предложить ей, чтобы она стала моей женой. Это уже второе предложение руки и сердца, прозвучавшее с большой сцены во время празднования Дня города и района. На караоке-конкурсе часом ранее уже образовалась будущая молодая семья. После трогательного отступления концертная программа продолжилась с еще большей энергией. Приподнятое настроение и прекрасная музыка объединила артистов и зрителей. Они слышали и понимали друг друга с полуслова, вместе пели и проживали песню. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду, всю мою жизнь я искал, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить, плевать. Ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не оставили, я буду петь голосами моих детей. Голосами их детей. Просто меняют местами. Таков закон сансары. Продолжение следует...
продолжилась концертная программа не менее ярким выступлением диджея из Москвы «Штопора». Молодежная дискотека продолжалась до позднего вечера, став прекрасным завершением первого дня празднования юбилея района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Праздничный выпуск программы «События».